на коленях бессильный становится сильным. Потерявший надежду, вновь ее обретет. На коленях источник воды животворной. У потоков тех сердце отраду найдет. На коленях огонь возгорается в сердце. Исчезает тревога суетности дней. Все земное, как пар, растворяется в небе. Доверять хочешь Богу все сильней и сильней. Хоть непросто, порой все доверить Иисусу. Разум, плоть сильно так восстает. Только сила Христом нам дана для победы. На коленях ее каждый там обретет. Мы не сироты в мире огромном, не оставлены здесь, на земле мы одни. Умолял Бог Отца, чтоб послал для нас Духа Святого. Не покинуты мы, сила есть для борьбы, сила есть для побед, отчего часто так унываем. Почему от людей часто помощи ждем? Если Дух Святой с нами, отчего же страдаем? Почему мы к Нему часто так не идем? Умолял Бог Отца, сколько в этом сокрыто. Умолял Бог Отца, знал, наверное, Он, что так мало в сердцах для Него будет места, что так много земного возведется на трон. Дух Святой нам не просто оставлен, хочет силой Бог Церковь свою наполнять, на высоты свои поднимая, хочет Духом Своим изливать благодать. Он приходит на наши служения, видит сердце, желания, мечты, и порою и больно, и стыдно, что от святости так далеки. Он приходит, но часто так мы не готовы Ему сердце всецело отдать, доверяясь Господней лишь воле, за Иисусом смиренно шагать. Еще часто земное прельщает, еще красочным кажется мир, но кто силу ту Божью познает, будет к небу держать ориентир. Пересмотрим источники жизни и исправим кривые пути. На коленях пред Богом смиренно поспешим очищать все плотское внутри, чтобы нам быть сосудами в чести. Дух Святой не томился, чтоб в нас, чтобы сила была для победы, чтобы радость сияла в сердцах. Дух Святой нас наставит, утешит и путь древний поможет найти. Только б нам постоянно в совете быть с небом, только б нам не сойти с этой верной тропы. Не оставлены мы ни одни в этом мире, Дух Святой и сегодня обитает среди нас, и сегодня Он нежно касается сердца, производит работу и в этот Он час. Он не раз приходил, Он не раз утешал, хоть мы были того недостойны, ослабевшие руки Он не раз укреплял. Не страшны с Ним ни грозы, ни войны. На коленях бессильный становится сильным, там усталое сердце покой обретет. На коленях источник живи воды жидотворной, всякий жаждущий даром пусть приходит и пьет, чтобы больше для Духа Святого было место среди наших сердец, чтобы вместе, ликуя, победно получить приготовленный Богом венец. Слава Богу!